Всем привет-привет, доброе утро. У кого как начинается утро выходного дня? Мы в 8 утра начинаем нашу тренировку. Точнее, не совсем мы, Андрей. Как я уже говорила ранее, Андрей уже несколько лет занимается байдарками. Это спорт, здесь называются каяки. И с 8 утра, субботы, воскресенье, уже несколько лет мы ездим сюда, в клуб по каякам и начинаем тренировку. Вот, они уже вышли в море. Солнце светит, поэтому, не знаю, видно, не видно на камере. Вот наши любимые байдарки. Третий год уже пошел. Все выходные начинаются с байдарок. Конечно, как маме иногда хочется поспать, но выхода нет, надо ехать. Еще есть одна замечательная новость. С 1 марта Кипр открывает границы для туристов. И прежде всего, конечно, для туристов из России и Украины. Условия следующие. Нужно сделать ПЦР-тест за 72 часа до вылета. И по прилету в аэропорту второй тест. Уже экспресс, по-моему, если не ошибаюсь, стоит он 30 евро. И без карантина вы можете приехать на Кипр. Также с 1 марта вы можете получить провизу, да, это бесплатная виза. Выдается либо в этот же день, если вы отправили запрос до 2 часов дня, либо на следующий, по будним дням, да, через сайт посольства Кипра. Вот такие хорошие новости. Добро пожаловать на Кипр. Единственный нюанс, который вас будет ожидать, рестораны и кафе будут работать только 16 числа, откроются, но take-away, заказ еды в отель, все доступно. По-моему, это вышел в море наш тренер. Да. Вот так на Декеле выглядит наш клуб. Вот здесь гаражи с байдарками. Сзади бассейн открытый, на открытом воздухе. Но бассейн пока нельзя проводить тренировку в бассейне, только вот на улице, в море. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. У нас выходные просто проходят в сумасшедшем темпе, в каком-то бешеном. Каяки закончились, успели только прибежать домой. Андрей принял душ и бегом на английский. Пока он на английском, смс заканчивается, нужно успеть в супермаркет. Купить продукты. Вот уже на заднем сиденье все уже завалено, потому что в багажнике ролики, нужно же еще успеть погулять. В общем, все бегом-бегом. Дорогие друзья, сейчас я вам покажу одно совершенно потрясающе вкусное кипрское национальное блюдо. Называется блюдо клевтико. По субботам и воскресеньям делают клевтико в специальных печках. Сейчас я вам покажу, как это делается, и это очень вкусно. Вот смотрите, вот в таких огромных печках делают мясо и картофель, запекают. 7 часов мясо томится в печи, вот таких противнях, и потом можно прийти и заказать. Мы возьмем 3 порции вот такого вкусного мяса, это барашек. История пошла этого блюда, когда брали барашка в полях, закапывали в яму, оно там само готовилось. Здесь только мясо, картофель и оливковое масло. И закапывали ямку, чтобы не виден был дым, потому что барашка, как правило, воровали. Но сейчас это уже в печах делается, вот такие печи огроменные. Нам его упакуют. 3 порции клевтика стоит 24 евро. Вот такие пакетики на вынос. И домой идем вкусно кушать. Обычно в субботу и воскресенье с 12 часов дня эту клевтику начинают продавать. Рано-рано утром ее туда закладывают, мясо закладывают в печку. И где-то с 12 часов начинается продажа. Поэтому в субботу и воскресенье, в принципе, можно не готовить и полакомиться этим мясом. Совершенно оно тает во рту, оно очень мягкое, и оно совершенно не пахнет. Вот я просто не очень люблю баранину, она имеет специфический вкус. Но клевтика — это совсем другое, и всем рекомендую, обязательно приезжайте на Кипр и пробуйте в ресторанах, кафе, пробуйте клевтика. Можно взять с собой, можно в ресторане заказать порцию, это очень-очень вкусно. Стоимость порции клевтика примерно 7.
проходят вот так на улице. Мы обычно берем на 4 человек 3 порции клевтики. Вполне достаточно, чтобы наесться, потому что разогревать ее уже не так вкусно. В ресторане то порция клевтика стоит, ну, наверное, от 10-12 до 18 евро за одну порцию. То есть подороже, конечно. Прибежали домой, сейчас быстро разложу продукты и будем вкусную клевтику кушать. Купила продукты обычно на неделю, которые покупаю. Вот эту вкусную салатик, капустку. Купила на обед детям. Каждый день стараюсь сделать салат. Огурцы, как я уже говорила, петрушка и вот такой салатик. Это к завтраку их любимые йогурты и йогурты и хлопья, шарики, точнее, любят шарики. Вот такие еще йогурты очень вкусные, только в Лиделе продаются, как-то они их очень полюбили. На сэндвичи в школу, сыр, хлеб с отрубями, сок даю. Тоже в школу апельсинки очень удобно кушать. Было по акции 2-литровое масло за 6 евро, вот тоже успела купить. Ну и на обед возьмем вот этот рулетик, который мы уже показывали. 7 евро такой рулетик стоит вкусный. Шейка. Буду делать с чесночком. Запекать. Вот 1,5 килограмма. 7,40. И наш любимый наггетс. В общем, должно хватить продуктов на неделю. Но если что, будем рядышком уже покупать в соседний периптер. Потому что СМС больше нет на супермаркет. Клубничку еще купила, забыла сказать. Вкусную. Сейчас она теперь по 2,50. Пачечка полкило уже подешевела. В школу тоже удобно давать. Аренка, ого! А ты что-то творишь? Я сделала. Ты что, вещи не разобрала до сих пор? Арина! Пока нас не было, ты слаймы делала? Да. Я сделала, точнее, один, но я их сделала в 4, потому что у меня так поместилось. И сделала их чуточку по-разному. Так, производитель слаймов. Пошли, мы клевтику купили. Да, мы купили клевтику. Пойдем скорее клевтику кушать. Ты рада клевтику? Давно не было? Ой, какие они вкусняшечки. Снять, да. Все, кушаем. Так вкусно, что прям тарелка. Мягкое мясо, да? Угу. Прямо оно разваливается. Просто бомба. Картошка тоже запеченная вкусно? Да, солененькая. Приятного аппетита. Вышли еще, успели сегодня немножечко погулять. Вышли на наш любимый Финикудас. Андрей вон с Русланом катаются на роликах. Еще хватило времени смс-очки. Андрей молодец, перепрыгнул. Тут целые тусовки спортсменов. Вот такие спортивные развлечения сейчас во время локдауна у детей. Парки все закрыты, но хотя бы есть ролики, и мы катаемся. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось наше видео, поставьте, пожалуйста, лайк и не забудьте подписаться на наш канал. Всем пока-пока!